Поговаривают, конечно, что королева монстров Леди Гага уже не та. Но на совместном концерте с Тони Беннетом в Лондоне дуэт принимали как почетных гостей. Поглазеть на певицу пришел и главный холостяк Туманного Альбиона, принц Гарри. Хотя, может быть, принц прельстился другими талантами певиц. Королева монстров Леди Гага вполне может породниться с настоящей королевской семьей. На благотворительном концерте певица знакомится с самым завидным холостяком планеты, принцем Гарри. У вас столько энергии, это потрясающе, не знаю, как вам удается так поступать. Леди Гага в долгу не остается и отвечает Гарри встречными дифирамбами. Вы просто фантастика. Журналисты отмечают, что во время короткой беседы Гарри постоянно отвлекался на грудь Леди Гаги. На певице было серебряное платье с глубоким декольте. Впрочем, саму Гагу это нисколько не смутило. После благотворительного вечера певица переоделась в гораздо более откровенный наряд и отправилась в ночной клуб. Принца Гарри рядом замечено не было, но может он ждал ее около черного входа?